мне еще бокальчик. А я ему говорю, ну какой ты Урмас, ты же вылитый Рубен. Ты себя в зеркало видела? Таня, я тебе говорила, давай на пляж пойдем другой дорогой. Нет, давай через сцену, так короче. Да, девочки, а зачем вам доска? А вам? Да прекратите! У тебя что, клюв накладной был, что ли? Девочки, что это такое? У нас уже выступление идет. Ой, извините, пожалуйста, все. Да стойте! Вы что, не собираетесь выступать? Нафига, у нас что же есть большой в золотом. Ну и что? Мы хотим второго. Да. И вообще обнаглели, а? Вы сыграли, Александр Васильевич? Есть у вас там этот Кевин с жиру бесимся? Или вот с такой губой есть? Бросьте в ребят. Стойте, стойте! Оля, я не узнаю тебя. Где твои имбецилы? Севак, амбиции. А? О, вот вы где! А иди сюда, ты же... Да подождите! Девочки, вы не хотите золотого? Давайте за президентского поборемся. Да. Александр Васильевич, а ну покажите, какой тут президентский. Ого! Тань, пошли на пляж. Ага. Девочки, да вы не понимаете, президент, каким именно он самый главный. Он как Путин. Сейчас мы переоденемся, придем. Не поняла. Я как эту фамилию слышу, невольно работать начинаю. А-а-а! Поехали, ребят! Да! Ну, здравствуйте, друзья. Все мы с вами знаем, что Юрмала – это замечательный курорт, где в каждом ресторане есть отличная живая музыка. Женщина, я вам повторяю, нам не нужна певица. В каждом ресторане должна быть певица. У нас столовая быстрого питания. Так у меня и песни короткие. Как говорится, фастфуд, фастсонг. Чего? Быстрая еда, быстрые песни. Это английский, мы в Европе. Так, послушайте. Да у меня репертуар от Мадонны до Петлюры и обратно. Вот, послушайте. Мама, ради бога, положи на место нож. Я ж... Стоп! А? Какая мама? Какой нож? Ну, моя мама, наш нож. У нас конфликт, я поэтому работу ищу. Женщина, вы вообще в кафе работали? Конечно. А какой был мужчина? Товарищи, не сидим, поминаем. У вас все? Нет. Хоп, хей, ла-ла-лей. Все, мой мальчик, ты еврей. Все, я вызываю полицию. Стойте! Пеньюар бортпроводницы повидал немало на своем веку. Так, женщина, послушайте, кто вам вообще сказал, что вы певица? Господи, как я не люблю хвастаться. Вам что-нибудь проект «Голос» говорит? Еще скажите, что вы в шоу «Голос» участвовали. Участвовала? Да ко мне сама Пелагея повернулась и сказала: «Милая моя, с вашими данными только в фастфуде работать». А это, между прочим, мнение профессионала. Да что вы ломаетесь, я недорого стою, 1005. А Игорь вообще за 3 будет работать. Какой Игорь? Знакомьтесь, мой аккомпаниатор Игорь Паулс. Я так понимаю, Паулс — это псевдоним. Паулс — это композитор, деревня. Хорошо, ну и что ваш Игорь умеет? Слышь ты, это не твое собачье... А, вы про работу? Игорек, надо сыграть. One, two, three, поехали! Он же не умеет играть. Я не говорю, что он прям завтра начнет. Ну, перспектива же есть, ну. Так, все, я с охраной. Стойте! Не хотите брать меня певицей?
я буду рекламным лицом вашего фастфуда. Нам не нужно рекламное лицо. А это не предложение, это шантаж. Граждане, знаете, где я питаюсь? Стойте! Хорошо, мы берем вас на работу, только не кричите. Отлично, значит, счет аванса, будьте любезны. Ведро? Ведро крылышек, 20 гамбургеров и 5 литров сока, это важно. Игорь, ты что будешь? Так а ну пошли вон отсюда! Друзья, все мы с вами с нетерпением ждем лета, чтобы отдохнуть от работы. Но есть люди, отдыхая с которыми, на работу может захотеться еще во время отдыха. Итак, обычная пятигорская семья приехала отдыхать в Юрмалу. На, мальчик, на! Забери мячик, забери! Иди сюда, Рональдиня Хренова! А, тете даришь, спасибо, мальчик! Блин, а! Сразу. Да, Галя, да дети, кто их придумал, а? Все, мы в Юрмале, да, приехали, отдыхаем, мамочку привезла. Вон Владичка в песочке играется. Галя, подожди. Да ты убьешь этого комара или нет? Что, тебе играться нечем? На мячик. Ой, Галя, Юрмала, это рай. Я тебе говорю, лучше курорта в мире не найдешь, да? А вы где отдыхаете? В Барселоне. А как там погода? Дождь, гроза, ну слава богу. Ну а что ты, Галя, хотела? Это ж тебе не Латвия, конечно. Люба, можно я чуть-чуть погреюсь? 5 минут грейся и обратно в воду, понял? А Валера мой, представляешь, обручальное кольцо в море потерял. Не, не нырял. Бросал, разводился тут со мной. Пока! Это вам там в Барселоне делать нечего, а у нас тут курорт. Ма, я кушать хочу. О, только 3 часа дня он уже кушать хочет. Ладно, солнца нет, не сгорим, на сметану ешь. Ма, а мы вечером в тир пойдем? В тир? Конечно, пойдем. Мы же с Кавказа в Европу приехали пострелять. Ты когда-нибудь башкой своей будешь тупой думать, нет? Валеры кусок. Люба. Ты кольцо нашел? Цепочка подойдет. Подойдет. Садись, грейся, Ихтиандр. Люб, может я 50 грамм бальзамчику, а? На сугреву. Чего? А что, я слышал, что это типа лекарство. Валера, совесть имей. Мы тебя только от этих лекарств вылечили. Валера, это же этот, как его? Ну этот, Ну понял я, не он это. Ну, как это не он? Что, меня глаза, что ли, повылазили? Дура себе совсем. Телевизор не смотрю, что ли, по-твоему? Ну этот, как его? Шумер, Фредди Меркури. Мужчина, что вы пялитесь на меня? Че? Че, тебе жалко? Пусть аппетит на вечер нагуляет. Глазами раздевает просто. Раздевает. Ты моего Валерочку недооцениваешь, он уже на балконе курит. Слушайте, что вы мне хамите вообще? Чё тебе хамлю? Я что сказала, что ты тварь? Или крыса облезла? Я ж этого не говорю. Это безобразие какое-то. Да, мамочка. Что, говоришь, суставы ломит? Так, быстро все собираемся и в гостиницу. Гидромедцентр сообщает, что будет дождь. Быстро! Друзья, все мы с вами знаем, что в художественных фильмах многое приукрашивают. Вот и знаменитая сцена свидания Штирлица с женой, которую он не видел 10 лет,
в жизни должна была выглядеть немного по-другому. В прошлом году на Юрмальском фестивале я сказала, что мне нравится Третьяк, и нам вручили Большого в темном. В прошлом году я сказала, что люблю Сюткина, и нам вручили Большого в золотом. Что хотелось бы сказать в этом году? Да, я люблю Сюткина. Добрый вечер, Юрмала! Друзья, мы не первый раз к вам приезжаем, поэтому в этот раз мы решили эпатировать. Встречайте, самая эпатажная группа интернета, впервые в Латвии, группа The Казаки. Ребят, ответьте, пожалуйста, на вопрос, который интересует абсолютно всех. Вы... Нет. А. Вы вопрос дослушайте, пожалуйста. Все задают этот вопрос, наш ответ – нет. Я все-таки задам. А. Вы геи? А, этот вопрос? Просто наш продюсер запрещает на него отвечать. А, у вас еще и продюсер есть. Ну, конечно. Thank you.
убери ты. Чё тебе надо? Скажите, вот вы как продюсер, когда создавали группу, у вас были какие-то проблемы? Да, я болел. Скажите, а когда вам в голову, точнее в жбан, пришла идея создать этот проект? Давно. Я этот проект еще Брежневу показывал. Но ему не очень понравилось. Подождите, что вы делали 30 лет? Сидел! Я ж говорю, ему не очень понравилось. Скажите, пожалуйста, а своих ребят вы на новую волну оставите? С ума сошел? Как я потом своих от чужих отличу? Ладно, пацаны. Ой. В общем, я пошел, если что, я у себя в ЖЭКе. Ребят, а почему вы так одеты? А точнее, почему вы так раздеты? А что, нам это все не идет? Может, мы просто не умеем все это носить? Ой, может, нам просто взять и снять все? Не надо, не надо. Расслабьтесь, мужики. Скажите, какой-нибудь приятный сюрприз для латышского зрителя вы приготовили? Можно я отвечу? Да, для вас специально подарок. Группа «Казахи» выступать не будет. Группа «Казахи»! Друзья, друзья, каждый раз Латвия нас удивляет. Недавно мы узнали, что у вас нельзя ездить на велосипеде без прав. И пьяным нельзя ездить на велосипеде. Возникает вопрос, зачем тогда вообще он нужен, этот велосипед? Согласитесь, все дети любят сладкое. А теперь давайте представим себе такую ситуацию. Детский творческий коллектив «Кукушечка» перед выступлением чисто случайно съел коробку конфет с коньяком. Светлана Геннадьевна! Стоять! Идите сюда! Ваня, что с тобой? Мне уже 7 лет! А я еще ничего не достиг! Что с Пашей? А где Паша? Паша! Паша! Да я Паша! Что с Пашей происходит? А что с тобой происходит, Паша? Че я так драться-то хочу, а? Паша, драться плохо. Светлана Геннадьевна? Да. А у вас есть парень? Обухов. Ваш парень Обухов? Кожома? Теперь Кожома? Вот вы ветреная. Полежать. Я хочу полежать. Но почему я не могу лечь? Выкопайте мне ямку, а? Так, вы в таком виде на сцену не выйдете. А я давно говорил, что у нас костюмы уродские. Ваня, солнышко, что ты такое говоришь? Я не солнышко, я свинья. Вы что, не понимаете, что вы в таком виде выйдете на сцену, меня уволят? Светлана Геннадьевна, Свет. Пышненко, давай работать. Делайте, что хотите. Нашу? Нашу. Все живем для того, чтобы завтра сдохнуть. Песня про станцию спортивную. Снова Юрмалый зал. 5-й год мы на сцене. Лишь один есть хивил, хоть играем давно. Может, кажется, что все равно нам на это
только есть одно, ребята, небольшое «но». Нам не все равно, нам не все равно, хоть и кажется, что нам все равно. Нужен нам кинин, и причем один, ну а дальше что? Было как в кино! Василич Дич в золотом! Ну что ж, начнем. Сейчас по всей России создаются научные центры, а цель науки – помогать. Больше всех в помощи нуждается российский шоу-бизнес. И именно поэтому в Камызяке открылся первый музыкальный инновационный центр. Здравствуйте! Господи, что с вами? Ничего страшного, это кровь. Вы знаете, мы проанализировали российский шоу-бизнес и пришли к выводу, что он слишком далек от обычной жизни. Да. Поэтому встречайте наше первое изобретение – газманокосилка! И как она работает? Очень просто. Заводим транг-танг-танг, тага-дага-данг, танг-танг, тага-дага-данг, танг-танг, тага-дага-данг. Подождите, я так понимаю, да, это... Да, совершенно верно. Мы просто усовершенствовали предыдущую модель Кобзона-косилку. Транг-танг-танг, транг-танг-танг-танг. Транг-танг-танг-танг. Короче, все понятно, все. Да. Так, а это что? Не трогайте, не трогайте. Это шайгусли. Шайгусли? Шайгусли! Специально для Европы, чтобы они там не под американскую дудку плясали, а под наши русские шайгусли. Оп, вот видите, вот, вот смотрите как. Это что началось такое, я не понял. Смотрите. Ну-ка быстро остановите, вот, не позорьте нас. Все, говорю, хватит, хватит. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот, вы знаете, есть еще зубная баста. Есть корнелюстра. Так. Есть андронный Игорь Николайдер. А это что такое? Андронный Игорь Николайдер. Берем обычную девчонку, раскручиваем ее с бешеной скоростью, сталкиваем со стриптизером, и там такая черная... Да, да все, тихо! Мы вас закрываем! Друзья, Светлогорск — это родина «Что, где, когда». Александр Васильевич — ее первый ведущий. В Камызяке в КВН играем мы, а в «Что, где, когда» — чуть менее талантливые люди. Что наша жизнь — игра. Спасибо, господин Макаров. Да не за что, не за что, господин ведущий. Ну как же, вы с насморком, и тем не менее пришли поиграть. Да, да, молодец. Спасибо, молодец. Спасибо. Господин Мухамбаев. Да, братан. Во-первых, какой я вам к черту братан? А во-вторых, куда вы все смотрите? Я давным-давно пересел с этой ветки. Там закончилась черешня. Вот я вам машу! А, вот, видите? Вот, да! Что ж, внимание, первый раунд. Господин Понекин. Да, господин ведущий. Подкиньте тазик обратно, пожалуйста, я уронил. Господин Дорохов. Да, господин ведущий. На прошлой игре я вам от чистого сердца вручил хрустальную салатницу. Да, да. А тогда почему же я в этот же вечер нашел ее на остановке? Я рассеянный, господин ведущий. Вы сволочь, господин Дорохов! Кстати, у вас есть дворец? Нет. Тогда какой вы к черту господин? Вы просто Дорохов! Просто Дорохов, сволочь! Скотина. Ты вчера отсюда последний уходил? Ну да. А куда пропала банка краски? Мне забор нужно было покрасить. Забор покрасить. Я, значит, стараюсь, чтобы как по телевизору похоже было. Ну, а он взял банку краски, украл.
Вот теперь внимание, белый ящик. Что там? Сейчас выиграем. Уважаемые знатоки, когда ему не дали его, он устроил драку. И тогда она расплакалась ими. И сказала, ну что это за свадьба такая? А ее родственники избили его, невзирая на то, что он их родственник тоже. И тогда он в отместку за это взял этот кирпич. И этим кирпичом он... Извините, я проболтался, там кирпич. Камызяк и Светлогорск – города-побратимы. А когда у брата такой праздник, ну грех не поздравить. К сожалению, мэр Камызяка в силу своей занятости и подписки о невыезде не смог приехать и поздравить лично. И поэтому он записал поздравительную видеооткрытку. Желаю, чтобы все были здоровы и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре. Чтоб достали жили, чтоб горя не знали. Стоп! Что не так? Азат Тахирович, на видео видно, что вы выпивший. Да это не во мне дело, я вам сколько раз говорил. Это все из-за Ваенги. Вот когда любой трезвый человек поет любую песню Ваенги, он выглядит как выпивший. Азамат Тахирович, да. Короче, там кипиш начался, детей нужно вернуть. Почему? Ну мы же родителям ничего не сказали, просто со школы на двух джипах забрали и все. Ну возвращайте, чего вы теперь? Возвращайте. Давайте, дети, давай. Подожди, детей отблагодарить надо. Чего мы, неблагодарны, что ли? Давайте, хватайте. По одной, куда? Вы не сильно пригодились, вон одну ей отдай. Ладно, без детей справимся, своими силами. Давай, поехали. Желаю, чтобы все были здоровы, чтобы над вами сиял. Азат Тахирович, надо переснимать, на заднем плане собака пробежала. Вот что ты там кривляешься на заднем плане, а? Да я спереди был. Спереди он был. Вы вообще понимаете, для чего мы это видео снимаем, понимаете или нет? Нет. Я вам объясню. Я тоже хочу, чтобы у нас в Камызяке прошел какой-нибудь фестиваль. Вот у нас последний раз какое было грандиозное событие в Камызяке? Фестиваль электронной музыки и меда. Во! Мы уже придумываем все события. Ладно, идите быстро, переодевайтесь, то, что я вам сказал. Без вас справлюсь. Дорогие светлогорцы, представляете, от чистого сердца в качестве подарка хотел заказать вам выступление Валерия Леонтьева, но денег хватило только на его подтанцовку. Так что включайте воображение. Тем более оно у вас богатое, вы же себе придумали, что вы курорт. В общем, встречайте, подтанцовка Валерия Леонтьева. Двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо-грешный круг. Казанова. Карнавал в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал, заморочил вас. Казанова снова заводит меня. Танец ночного огня. Нова. Вечный любовник и вечный злодей сердце. Но соблазнять не устану я снова и снова. Так и там я и снова. Бродяга один, Казанова.
друзья! Ну а закончить хотелось бы словами все того же Валерия Леонтьева, которыми он заканчивает любой свой концерт, просто меняя название города. Ну что ж, Светлогорск, вот ты и попался в мои сети. С новосельем! Ай-яй-яй, поверьте нашим словам, сегодня берег Балтийский расправил паруса. Ай-яй-яй, забыл, что было вчера, но знаю, что будет завтра. Не столичные мы, не московские. Без гламура, да и без пафоса. Мужички просто мы равеньковские. И приехали поколбаситься. Здрасте, зрители, всем приветики. Вам приветики, и вам приветики. Спросишь ты, ну а шо в пакетике? Равеньковская энергетика. Равеньковская энергетика. Конечно, конечно, окрошка на скипидоре будоражит. Что такое Равеньки? Ну вот представьте, такой небоскреб, этажей 100 вверх. Вот так положили его, порезали, небрежно бросили. Это все собаки растащили. Вот он, красавец, редь полей. Не, ну чтобы вы понимали, у нас памятник Ленину вот в такой позе стоит. А шо? И красиво, и громоотвод. Ладно, не хотели хвастаться, конечно. Но вообще-то Равеньки — это единственный город, где победили борщевик. У нас его просто платным сделали, так люди растащили. Как говорится, на варе и кожа горыть. Ну ладно, об этом вы лучше гляньте, какие шоумены на сцене, а? Пашка вон, его мать прям в фонтане родила. Не, ну а как со дня города уйдешь, когда Трофим только вышел, правильно, ну? Святые угодники. Угадайте, откуда мы? Ну, судя по наряду и прическам, с армянских похорон. Очень смешно. А что, если я тебе скажу, что Светлогорск — это матрица? Компьютерная симуляция. Чего? Светлогорск — это курорт. Задумайся, веришь ли ты сам в реальность своих слов? Так, ладно, вы лучше скажите, где вы такие костюмы откопали? Я купила, а Коля, не знаю, он в этом уже около школы ошивался. Да, ну крутые. А то не крутые. Вообще-то Коля избранный. Его единственного из помета оставили. Он живет в двух реальностях. В одной он по стенам бегает и от пуль уворачивается. А в другой? А в другой его прокапывают. Выбирайте, какую таблетку пить будете. Выберите синюю, заберете кивина. А красная? А красной нету, то мозоль. Не, спасибо. Это что, экстази? Не месил, у него просто ноги отпустило. Ой, замечательно, он этими ножками со сцены теперь упорхать прям может. Давай, давай, давай. Ну что, молодые люди? Откиснем как следует! А в Равеньках прошел конкурс двойников 50 Cent! Damn, baby, all I need is a little bit.
все, господа 50 Cent, расходимся. Слышь, это что, день города без репа? Ни в коем случае, будет Эминем. Где ж мы его возьмем? Ну не знаю, что-нибудь придумаем. Йоу, йоу, I'm Slim Shady, где-то там Shady, кто-то там шепотом, где-то там Биз. Я даю тебе адреналин, то, что ты потеряла. Одержимо танцуя на Битлз тебе. Друзья, слушайте, ну, а для того, чтобы максимально насладиться ровеньками, вам просто необходимо посетить Ровеньковский дом культуры. Уважаемые ценители искусства и те, кого с улицы загнал шершень. Нет, это не победительница шоу «Пацанки». Это мой соведущий Николай. Внимание! По залу ходит собака и ищет наркотики. Не давайте ей, пожалуйста. Мы ее отучаем. Ну, а откроет наш концерт дуэт русских народных картежников! Шестерка! Семерка! Шестерка! Моя! Семерка! И семерка! И семерка! Мою! Восьмерка! Десятка! Десятка! Валет! Ха. Валет! Домопики! Валет! Тусчелей! Валет! Козырный! Бери! Да мою! Девятка! Валет! Все вольты у меня! И девятка! 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 Отбой! А так вот! Понятно! А так вот! Мое! А это вам на погоны! Это вам на погоны! Концерт проходит в здании бывшей скотобойни. Еще вчера вон там на крюках висели свиные туши, а уже сегодня это уютный гардероб. А мы напоминаем, завтра на этой сцене для вас будет выступать не воровка, не шалава, а Ираклий Перцхалава. Рвется клуб музыкально-исторических вольностей. Ребята представили, как сложилась бы карьера Газманова, если бы Калининград так и остался частью Германии. Встречайте, Вольфганг Газманов! Зачем мне Саул? Ты бросил коня! Загулялся, но все вниз попал. Я по жизни заблудился, наверное, пропал. А я девочек люблю, я их вместе заберу. И Полину, и пробуем с тобой беду. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак. Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Поле, 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 свежий ветер пролетел. Поле, свежий ветер. Спасай радио. Пропала собака, живущая в нашем дворе. Она отзывалась, так ишку и силю, сидит в дворе. Спасибо, сынок! Не за что, бака! И ноздрями землю втяну. Горящая свинья несется на всех парах к своему неизбежному финалу.
Сегодня, как и всегда, были я, Виктория, и отчим Хазбика. До новых встреч! Возьми себе на память, что было между нами. Друзья, слушайте, ну, нравится нам тут у вас очень хорошо. Да. Только знаете, вот добираться тяжело. Он Колю без заграна вообще через Литву пропускать не хотели. Пришлось как протезы оформлять. Ну. Поэтому, знаете, мы бы, конечно, еще с удовольствием с вами тут попели, потанцевали. Но, увы, пора. Колю еще сегодня человек с Польши примерять будет. Ровеньки, Орловский государственный университет. Рип, джус, молодежь! Здравствуйте, как вы поняли, мы за птицей. А фестиваль музыкальный, здесь нужно хорошо петь, поэтому... А любовь слепая! Сердце разрывали. Карими глазами держит, как в плену. Обожаю рэп. Богдан, ты чего опаздываешь? Здесь вопросы задаю я. Чего я опаздываю? Я откуда знаю? Ладно, слушайте, у меня вопрос. У вас когда-нибудь было такое, закрываешь глаза, потом открываешь, и что ты делал 8 часов, вообще не помнишь? Да, Богдан, это называется сон. Нет, сплю я потом. Фестиваль музыкальный. Музыкальный? А что у вас тогда шотландец без волынки? Богдан, я девушка. Оу, Шакира, Шакира. Ну, раз фестиваль музыкальный, можно я тебе спою? А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, упал на плечо. Нравится? Ага. Своей надо будет спеть. Богдан, иди отсюда. Ладно, давай, через полчаса встречаемся на нудистском пляже. А как мы тебя узнаем? Я буду в одежде. Команда КВН «Плюшки», начинаем. Миниатюру нам написал Сергей Мавроди. Многие задумываются, чем он сейчас занимается, а он нам миниатюру пишет. Итак, на пляже. Здравствуйте. Вы катамараны сдаете? Да. А что, хотите немножечко покружить? Ну, хотели бы. Слушайте, 100 лет уже не ездили. Сколько сейчас стоит? 1,5 миллиона рублей. Что за цена такая? Ну, а сколько вы хотели? Ну, рублей за 250. Ну, давайте за 250, в принципе, тоже деньги. Тихо, одноклассница идет. Ночь, эта ночь не согреет нас, и опять ты ко мне пришла, ты сегодня в последний раз. Я просто на встрече выпускников сказал, что я певец известный. Что там по катамарану? Ладно, смотрите, в общем, я вас первый раз вижу, сами понимаете, доверия никакого. Поэтому я поплыву с вами. Чего? А чё, я компанейский, легкий. У меня даже кличка майонез. Ладно, плавайте. Слушайте, а как мы поймем, что время закончилось? А, ну я подожгу на себе шубу.
Буду стоять на берегу, гореть и орать. У вас будет 2 минуты, чтобы меня спасти. Ну а что потом? Что потом? В ожоговое. Ладно, не надо, спасибо. Придурок какой-то. Я нормальный. Ложь, это ложь не согреет нас. Я... Итак, двигаемся дальше на передаче «Угадай мелодию». Итак, мы добрались до полуфинала. У нас осталось всего 2 участника. Получается, в жюри пельщик настоящий? И сейчас мы попробуем угадать песню про мужчину, который не любит двигаться в такт на дискотеке, но он нормальный. Я угадаю эту мелодию с 6151 ноты. Ну, угадывай. Итак, слушаем. У меня досрочный ответ. Итак. Это София Ротару, хуторянка. Да, это София Ротару, хуторянка. Поздравляю, победили, до свидания. Спасибо. Я победил, получается, тумба моя? Хорошо, забирайте тумбу, до свидания. Круто. Ну, а вы что? А, я выбираю 2 шкатулки. Да откуда вас таких понабрали-то, а? А фестиваль музыкальный, и в конце своих выступлений команды обычно... Ты кто там играет? Это я, ребят. А что вы здесь делаете? Песню хотим спеть. О, давайте я с вами как раз на гитаре сейчас играю. Я не вернусь, так говорил когда-то мой батёк. И он сдержал то слово, и мы уйдем. И будет плакать Масляков, как я тогда в 3 года, а тот Килин. На самом деле заколдованный отец его узнал по куртке и золотым рукам. Верните папу мне в семью, и я уйду. Верните вы отца ему, и он уйдет. Наверное. А наше выступление подходит к концу. И, как говорила Татьяна Овсиенко, в гостях хорошо... А дон диги дон 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 диги дон дон дон. Перед вами выступала команда КВН «Плюшки», город Тверь. Мы вот отсюда, вот сюда, чтобы вот здесь вот хорошо было. Смотри меня в упор, что видишь, что мое.
наши купили трехспальную кровать. И тупо лежали, плевали потолок, но обрадовал нас звонок. Ясный наш свет, и нам позвонил, и на фестиваль он нас пригласил. Хотим подарить пластмассовый торт, он не настоящий, как этот курорт. Ну что, Hello People, представляете, полгода в КВН не играли. А руки-то помнят, а? Ну что, значит, золотой кивин наш? Я вы что, не верите? Вы не верите? Вы не верите, что мы в форме? А ну давай, Егорыч, докажи. Вел по трассе я свой самосвал. Занесло меня немного на щебенку. Я в зеркало смотрю, там пыль стоит столбом. А стояли раньше там девчонки. Видали? Какой красивый голос за такими мерзкими усами прячется. Кстати, за эти полгода Армавир, знаете, как преобразился? Та ты чё, да? Мы ж его полностью перестроили. Теперь с высоты птичьего полета он на арфу похож. Серьезно, да, и всем нравится, все довольны. А кому не нравится, мэр говорит, брр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 rr налогову еще у нас закрыли на днях, да, из-за убыточности. Представляете, они, оказывается, больше света жгли, чем налогов собирали. Ой. Армавирские селекционеры отличились, да, курицу с пчелой скрестили. Думали, она мед в яйцах давать начнет. А она не тупо цветы поклевала и улетела. Да. Еще и сторожа насмерть ужалила, но это ладно. Лех, а что ты меня не поздравляешь? Я же на конкурсе в Светлогорске второе место занял. Да ты что, а что за конкурс? Кто больше всех бус купит? Вот ты балбес, Тимофей, а еще и второе место. Хотел бы я на этого идиота посмотреть, кто первое занял. А? Выкусил, лузер! Куда ты со своими деньгами против власти лезешь? Да, дядь Паш, ну вообще-то у нас здесь музыкальный фестиваль, лучше бы нам помогли. Да ладно, ладно, помогу. Ну давай. Дядь Паш, а дашь с пистолета пострелять? Ну дам, только если не в меня. А, тогда не надо. Чувак, а ты знаешь, кто приехал? Встречайте! Группа Shut Up On The Sky! Пуша! Ну чё, здрасте! Жирный представитель власти. Так, а ну-ка быстро прекратите! Чё вы здесь делаете? Ты чё, не знаешь, мы здесь, в Светлогорске, в армии служим. Да. Чё вы врёте, а? Серьёзно, да, нас даже когда провожали, знаешь, как Зинка рыдала. Слушай, а чё ты мою матушку по имени называешь? А чё, она ещё молодая. Я, ну зачем? Так успокойтесь, вы чё, будете рэп про армию читать? Конечно, поэтому слушай наш первый трек. Давай. Дайте шуму! Чувак, мы в Светлогорске. А, тогда дайте шуму! Да. 9 человек, кавказская рота, очень долго стоят у вертолета. Кавказцы озадачили пилота вопросом. Ара, а как Ми-9 залезем в Ми-8? Это шагов вот без страха. Замолчите, замолчите, вы бездари. Слышишь, бро, талантливого человека обидеть легко. Да, ты нас попробуй, придурки. Мимо. Идиоты. Ну, допустим, ранил. Так пошли вон отсюда. Да все, все, не хочешь рэп про армию, слушай, реальный хит. Ебро. Сам ты ебро. Это нормальное слово. Да. Поехали. Давай. Ты забрал пиджак, а я забрал ботинки. Превратили в шопинг мы с тобой поминки. Так успокойтесь, вы что поете? Пошли вон Леха, отсюда. Леха, 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 Леха. Чувак, ты чё, здесь нет Лёхи? Ты чё? Там твоя мама приехала. В смысле мама приехала? Ругаться с Александром Васильевичем. Ну, сейчас не время для ссор. Так, ребят, давайте, вы продолжайте, а я пойду её задержу. О, Серёга, Светлаков, привет! Ты чё, Светлакова знаешь? Конечно, он же мне жизнь спас. Меня один раз бешеная собака на стройке в угол загнала. И тут рекламный щит со Светлаковым. Бах на нее!
Тимофей, вот ты балбес, а! Так, Валя, пойдем быстрее! Да не он это, ну что бы здесь Леп с ежевикой торговал? Здравствуйте, Александр Васильевич, я мама Леши Кривени, вы меня, наверное, помните. А как вы прокомментируете данное видео? Мы годик поспим и вернемся, честно. Вот вы их зачем отпустили, а? Зачем отпустили? Они же зеленые совсем еще. Вот раньше как хорошо было с другими командами. Вот камызяки, только окрепли, вы их с гнезда взяли и летите, мои птенчики. Союз только на ноги стали, вы их взяли так и в добрый путь, соколики. А наши что? Ну вы же видели, что они тупо с гнезда выпали. Два раза об ветку ударились и в лужу упали. Галя, Галя, да они сами ушли, он не виноват. А знаешь, у нас в стране никто не виноват. Одни футболисты по делу сидят. Галя, прекрати! Да ладно, Валя, так, ладно. Прошлое не вернуть, давайте о будущем подумаем. Отдайте нам большого Кивина в золотом. Мы его продадим, нам деньги нужны. Галя, Галя, скажи, что на благое дело, то подумаешь, что мы с тобой наркоманки. Конечно, на благое дело, да. Мы хотим в Армавире открыть музыкальную гимназию. У нас даже детки есть. Дети, идите сюда. Они там. Дети, идите сюда. Валя, это ты должна контролировать. Мы из-за тебя вчера Витю потеряли. Дорогие друзья, знаете, какие у нас в Армавире детки талантливые? Да ты что, да? Вот, у них все есть, и слух есть, и голос есть. Здания нет. Детки в поле занимаются, а там то дождь, то грибы, то квадроциклы. Детки отвлекаются. Да ладно, что я вам рассказываю, они сейчас сами все споют. Итак, поет детский хор. Под руководством директора пока еще музыкального поля арфы Какофоновой. Вот получим мы Кивина золотого и построим симфонический Эдем. Музыкальный храм из туфа и бетона водрузит на плечи мраморный Шопен. Спроектирован на форме укулеле, чтобы всякий, кто увидел, укулел. На фасаде мы слова запечатлеем, чтобы каждый с благодарностью пропел. Спасибо, деда Саша, за будущее наше, за то, что не оставили в беде в людей. Блаженны все просящие, Кивинов голосящие, и среди всех просящих заметьте вы детей. Ну а если победит несправедливость, упорхнет Кивин из слабых детских рук и растопчет нашу юную наивность, многотонный субъективности каблук. И тогда я стану шарить по карманам многодетных матерей. Ну а я коллектором мерзотным стану, за долги кошмарить буду я людей. Друзья, кто-то может сказать, что вот ради победы детей привлекли, а кто-то молча делает добрые дела. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Ты что с собой сделал, Тимофей? Просто у меня больше всех времени было себя в порядок привести. Ну и дура ты, Тимофей!
А вообще, к чему мы это, дорогие друзья? Почему мы сегодня переоделись в платье? Потому что за 25 лет музыкального фестиваля ни разу в жизни не выигрывала женская команда. И детская команда не выигрывала. И Сармавира команда не выигрывала. Уважаемое жюри, давайте сегодня в честь юбилея прям комбо сделаем. Спасибо, с вами была команда КВН «Русская дорога», сборная АГПУ. Просто нам завещано от Бога. Здравствуйте, вас приветствует снежногорская молодежь. Мы на этом фестивале впервые, так что давайте знакомиться. Толя Променад. Ну, здравствуй, это я. Почему Променад? Да потому что по нему тоже каждую пятницу люди ходят. Владислав. What is love? Директор Снежногорской птицефабрики. Периодически топчет главного бухгалтера. Так как фестиваль музыкальный, с нами приехал Гена Контрабас. Или, как его зовет Лариса Гузеева, Контрабасина. Андрюха Альбатрос. Постоянно таскает с собой какого-то азиата. Андрюха, что у тебя? Спасибо. Пожалуйста. Вова Ла-Ла-Лей. Ла-Ла-Лей. Вова призывник. О себе Вова расскажет сам. Пришла повестка поутру, а вечером пришел мой друг и видит, что сижу я и горюю. И другу друг решил помочь, и провели мы с другом ночь, а утром я не годен, аллилуйя. Эммануил Бант. Здравствуйте. Снежногорский философ. Честно говоря, не хотели брать его в Светлогорск. Судите сами, лишний рот. И главное, врачи ничего с этим поделать не могут. Чужие губы. Паша Невидимка. Глава комитета дорожного строительства Снежногорска. Делает невидимые дороги за реальные деньги. Миша Бильярд. Заслуженный снежногорский режиссер. Снял эротическую версию фильма «Один дома». Ждет решение суда. Ну что, Снежногорск, поборемся за птицу? Как говорит наш мэр, хороший город Снежногорском не назовут. И чтобы поближе познакомиться со Снежногорском, необходимо побывать на праздновании Дня города. На праздник мэр выделил немало бабок.
Лучше бы денег, конечно, дал. Теперь приходится их развлекать. На День города у нас часто поет Лобода. Нет, не Светлана, конечно, а Зинаида. У нас вообще в Снежногорске много знаменитых людей живет. И Никита Шатунов, и Кирилл Киркоров, и Вадим Казаченко. И все это благодаря Маргарет Тэтчер, нашей снежногорской паспортистке. На День города у нас часто выступает танцевальный ансамбль «Золотое кольцо в ломбарде» со своим коронным номером. И по традиции, в конце праздника мэр лично поздравляет горожан. Уважаемые снежногорцы, поздравляю вас! Да не одену я эту майку! С днем города! Когда мы уезжали, то пообещали снежногорцам, что привезем кивина. Кто ж знал, что кивинов меньше, чем команд? Поэтому нам придется его украсть. А сделать это сможет только профессионал. Подождите, ребят, вы, конечно, извините, но я этого делать не буду. Почему? Мне кажется, меня видно. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, и все мои кары. Александр Васильевич, мы заметили, что многие команды шутят про Светлогорск. Что здесь холодно, что здесь делать нечего. Предлагаем в воспитательных целях следующий фестиваль провести у нас, в Снежногорске. Посмотрим, кто реально КВН любит. Бон Джови нам подпевай. Если тебе под 55, когда нас покажет Первый канал, хотим, чтоб земляк в экран закричал. Снежногорск, наш край любимый, команда КВН «Сборная Краснодарского края». Ща выступаем, как все в Латвии, на расслабоне. Не, ну а чё, всё тихо, спокойно, никто не суетится. Не, ну а чё суетиться, хуже уже не будет. Перед выступлением позвонил Дмитрий Анатольевич Медведев. Говорит, Коль, ты слышал песню группы Quest Pistols? Ну вот эту. С неба до земли достаю солнца лучи, не плачь, не кричи, он рядом. Я говорю, нет, не слышал. Он говорит, ну послушай. С неба до земли.
Я говорю: Дмитрий Анатольевич, я это уже слышал. Он говорит: ладно, давай, мне некогда. Позвонил министр экономики Латвии. Говорит: Коль, пойдем на рыбалку сходим. Я говорю: а что, у вас больше никаких дел нет? Он говорит: дела есть, я просто кушать хочу. Позвонил Барак Обама. Говорит: hello, Колья, my name is Barack Obama, I live in Washington, I'm fine, and you? Ну, я чувствую, что-то не то. Говорю: алло, кто это? Слышу оттуда: с неба до земли. Я говорю: Дмитрий Анатольевич, это вы? Он говорит: да, Коль, пойдем на «Аватар» сходим. Я говорю: а что, его еще показывают? Он говорит: пока я не посмотрю, будут показывать. Ну, довольно демагогии, а мы начинаем. Привет, киски. Ну вот, папочка добрался и до Европы. Если вы видите счастливую, улыбающуюся девушку, значит, она идет либо ко мне, либо от меня. А сейчас подарок фестивалю поет Виталий Пашенко. Пропало желание у мальчика в нашем баре. Достаточно! Чуть подарок не испортил. Дорогие друзья, специально для фестиваля сейчас на эту сцену выйдет главный тренер сборной Аргентины по футболу Диего Армандо Марадона со своим переводчиком! Buenos días, la tarde, la Argentina pública. Диего, рад приветствовать всех на этом фестивале! Диего готовился к фестивалю. Этот розыгрыш он придумал сам. Мол, он переводчик, а я Диего. Ландо Диего, Лафарес Диас. В свою очередь, мы тоже очень рады приветствовать Диего Марадона на фестивале по старинной русской традиции. Diego, la lujo tradicia la fes. Romola se, Diego. No, ¿qué es eso? Diego, la gente. ¿Qué es la Diego, la lujo tradicia la fes? ¿Qué es el promola? Sí, ok. ¿Saste la gente? Diego, la gente. ¿Qué es la gente? Gran bro. Diez rastos en una manera, en vamos de mañana. Diego хочет дать совет, он предлагает объединить сборную России по футболу и сборную Латвии. И тогда вы наверняка сможете выиграть чемпионат мира. Ну, вообще-то и русские, и латыши не очень хорошо играют в футбол. Que insultas aquí? Diego говорит: хорошо, нехорошо, а 22 футболиста против 11. Grande Diego. Mucho gracias. Diego la ну что ж, с нами сегодня был главный тренер сборной Аргентины по футболу Диего Армандо Марадона. Ваши аплодисменты. Ну, а вы что подготовили? Великолепная восьмерка. Песня. Песня, как необычно для музыкального фестиваля. Кто герой песни? Олег. Вещи? Среднестатистические. Хорошо, как называется песня? Зарплата. Может быть, зарплата? Если бы была зарплата, пел бы про зарплату. А тут зарплата. Ну хорошо, пой. Олег идет, ползет, встает и вновь идет, рассвет встречая у окна. Олега ждет жена, он самый трезвый человек. Так думает сейчас Олег,
всю ночь гулял он до утра. Сегодня зарплата. Зарплата. Демис! Демис! Что? Что это? Что? Вот это вот что? Где? Вот это вот что? Это 15-й Юрмальский фестиваль! Может быть, 16-й? Может быть, это и 16-й, а вот это вот 15-й Юрмальский фестиваль. Ты зачем ребенка Александру Васильевичу подкинул? Послушай, ты знаешь, сколько я зарабатываю? Не знаю. Вот, потому что я не зарабатываю. Ты его хотя бы покормил? Точно! Вика, послушай, ты можешь ребенка покормить? А я вижу, что ты можешь. Мы не видели, хотя бы наши дети посмотрят. Надо же ему имя придумать. Да я еще не могу понять, это мальчик или девочка. Я мальчик. Успокойся. Ты понимаешь, что ребенок — это большая ответственность. Ты себя прокормить не можешь. Думаешь, ребенка прокормишь? Послушай, ребенка прокормить я деньги найду. Если надо будет, я почку продам. Пошли. Так, оставь его в покое. Между прочим, я тоже приехал в Юрмалу найти свою вторую половинку. Точно, а я думаю, не может быть целый человек вот такого роста. Уйдите, чтоб я вас не видел. Послушай, ты должен мне помочь. Мне надо поставить ребенка на ноги. Мне нужны деньги. Мне нужно золото. Дети, я в Юрмале золото найду. Так, ну хорошо, что я должен делать? Послушай, я все продумал. На, держи текст песни. Давай, сделай лицо, как у грустного больного бульдога. Как ты умеешь. Да, о, отлично. Пой песню, а малыш нам в этом поможет. Если сейчас золотого кивина нам не вручат, этот малыш не окончит школу и детский сад. Будет ходить босиком по снегу, он в январе. Будет питаться росой и сеном и спать в норе. Если жюри золотую птицу нам не вручишь, будет сквозь слезы смотреть на это седой малыш. Вырастет мальчик тупой и грубой скотиною, и за решение жюри погубит он жизнь свою. Он станет грабить, вспоминая фестиваль, и из тюрьмы бежать решится на Кивин. Смальнет на вышке вертухай и упадет на снег юнец. Ну почему так не смешон был мой отец? Про маму давай! Осудят мамы всего мира КВН. Жюри, конечно, затаскают по судам через Гаагский трибунал и под общественность и пресс. И повторится снова Нюрнбергский процесс. И повторится снова Нюрнбергский процесс. Жизнь прокатила. А представляешь, там настоящий ребенок был, прям сейчас бы птицу отдали. Там что, ребенка нет, что ли? Да ладно, Коля, это КВН, здесь можно просто обозначить. Вот сейчас всем кивинов будут вручать, а нам просто обозначат. Мы точно знаем, что у нас все будет хорошо. Потому что перед выступлением позвонил Ян Гиллан, солист группы Deep Purple. Говорит: Коль, ты слышал, мы новый альбом записали? Я говорю: нет, не слышал. Он говорит: ну послушай, с неба до земли.
Я говорю: Дмитрий Анатольевич, ну почему вы нам постоянно эту песню поете? Он говорит: Коль, фестиваль музыкальный, помогаю как могу. Дмитрий Анатольевич, спасибо. Наконец-то сибиряки в Латвии! Да что там в Латвии, в Европе! Представляете, как круто в Португалии и как весело куражится в Италии. В Нидерландах проявить свои амбиции и по Лувру пьяным бегать от полиции. Шенген, Шенген, да здравствует Шенген! Везет! Эх, здорово! Парни, все, я решил, остаюсь в Латвии, все. Подожди, 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 Саня, ну хорошо. А где ты будешь жить? Как где? В Лайму-Вайкуле. А если характерами не сойдетесь? Разбежимся, дело молодое. Слушай, Саня, а как мы без тебя в Новосибирске будем? Да ладно, не замерзните, я там столько дров наломал, вам лет на 5 разгребать. Подожди, подожди, Сань, ну а с чего ты вообще взял, что тебя здесь примут? Ну вы же мне поможете, мы же команда. Тем более, что мы приехали не с пустыми руками. Дорогие друзья, мы бы хотели подарить вам крепкое сибирское здоровье. Ты зачем все-то отдал? Ну для хороших людей ничего не жалко. Ну. Здравствуйте, друзья! Мы очень рады вас приветствовать в Юрмале. Вообще, Юрмала — это уникальный курорт. Здесь можно не только поваляться на пляже, но и сводить девушку на концерт. Ну, наконец-то мы выбрались в люди. Так здорово. А можно потише, господа? Извините, простите, пожалуйста, простите. По ногам, побыстрее, можно? Простите. Нюансы. Ой, а скоро начнется? Ой, а можно потише? Извините. Извините, сейчас начнется. Оп! Будешь со мной еще ходить на концерт? Нет! Вот и меня с собой по магазинам таскать не надо! Хорошо, хорошо, хорошо! Друзья, теперь российские туристы, приехав в Латвию, могут спокойно посетить практически любую европейскую страну. Вот наш Саша, например, съездил на автомобиле в Голландию. О, машина! Сержант Потехин, выйти из машины, откройте бумажник. Вы, наверное, имели в виду багажник. А я что, бумажник сказал? Постоянно опережаю события. Товарищ сержант, ну я же ничего не нарушал. А, да? Ну тогда езжай. О, вы серьезно? Нет, конечно. Ты хоть раз такое видел? Расправа над нарушителем только стартовала. Так, все. Почему пассажир не пристегнут? Какой пассажир? Тут нет никого. Ну, значит, вывалился. Ты же его не пристегиваешь. Собирай потом по обочину. Все, тест на алкоголь. Ну-ка, дыхни в руку. Вы серьезно? Я говорю, дыши в руку. Пим. Да ты синий. Ты вообще алкашня. Чего вы взяли, что я пил? Да ты мне в руку дышишь. Ты вообще неадекваша. Слушай, а давай как-нибудь на месте договоримся.
В смысле? Ну давайте 500 рублей дам, и мы разъехались. Извините, вы сейчас со мной разговариваете? Блин, ты меня вообще запутал, я твой текст начал говорить. Я понял ваш намек. Да. Давайте я вам дам 500 рублей, и мы разъехались. Да не-не-не-не. Ну, тысячу. Да не-не. Полторы тысячи. Не-не. 2000 и по рукам. Да не-не, давай еще поговорим, меня только накрыло. В последние годы в КВНе очень часто отпускались шуточки в адрес сборной России по футболу. Но теперь мы хотим попросить у ребят прощения от лица всего клуба веселых и находчивых. Мы сегодня хотим извиниться, что шутили и вас обзывали. Мы теперь никогда не забудем, как мы круто на Евро играли, как неистово флагом махая, прыгал я на капоте машины, как кричали «Россия! Россия!», как вокруг целовались мужчины. Извините, Симак и Аршавин, Павлюченко и Биля Летина. Нам за прошлое очень неловко. И до кучи, прости нас, Анубка! Артельмонова! Спасибо за эти медали. Знаем мы, это было непросто. А испанцам спасибо за то, нам даете возможность для роста. Друзья, нам безумно приятно видеть в зале красивые, умные, а главное, здоровые лица. Приятно, когда твоим подарком пользуются. Точно! Поехали! Лето! Прекрасная пора, когда с ночи до утра по ночному городу гуляем мы. Команда Степика, город Новосибирск. Впервые в Черногорске. Команда КВН-борцы. Ну что, раскачаем этот зал? Поехали! Опа! Давай! Оп-оп! Продам три колеса от девятки. Не надо? Ну тогда куплю одно колесо на девятку. Короче! Ну и в конце хотелось бы сказать. Здравствуйте. Уважаемые светлогорцы и их светлогорки, вас приветствуют борцы. Да, мы что, приехали-то? Не, я кого спрашиваю? Да тихо ты. Мы что, приехали-то? Просто мне вчера Александр Васильевич звонил. Я, к сожалению, трубку не успел взять. Алло. Вы ничего не путаете? Так-то музыкаль фестивальный.
Так это что, петь надо? Ну, желательно, обязательно. Так мы же не умеем петь. Есть идеи? Есть. О! Ты что, живой, что ли? Кстати, это Саша. Саша мужик. Его жена недавно сына родила. О, поздравляю, Висин. Молодец. Молодец, мужик. Так что там за идея? Встречайте, человек клаксон. Какой еще клаксон? Иди отсюда. Ты что, не понял, что ли? И без тебя хватает здесь уже идиотов. Слышь ты, Бритни Спирс, еще одна такая выходка, и не будешь больше играть в нашей команде. Спасибо большое. Да нет. В смысле, предложи что-нибудь музыкальное. Ну что музыкальное? У нас нет голоса, нет слуха, и вообще мы не понимаем, что говорим. Ну, рэп так рэп. Качаем так! Головой мы вот так. Это не сложно и не в напряг. И даже Светлаков качает в так. Может, это знак? Это коньяк! Юлий Салам, он Ович Гусман, наш земляк. А с Галустяном вы похожи, как две капли. Воды? Лучше кофе. Нет, 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 нет. Базару нет, нет, нет. Базару нет, нормально рэп прочитали. Да, хорошо, неплохо получилось. Ну, хоть что-то в своей жизни прочитали. Молодец, Саша. Смешно. Ты, наверное, сам это придурок. У тебя последний шанс предложить что-нибудь нормальное. Ладно, есть у меня один вариант. Приберег его, так сказать, на черный день. Встречайте, наша землячка из Сургута! Че, понравилось? Не очень. Ты кто? Я Анжелика Фролова, участница «Голоса» первого сезона, третьего сезона телепроекта «Вышка». Подожди, 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 не так быстро. Я Анже, что там дальше? Ну, так как ты наша землянка, тебе нужно спеть. Да так спеть, чтобы Александр Васильевич взял все кивины, подошел к нам и гордо так сказал: «На!» На тебя последняя надежда, Анже. Ребят, вы не волнуйтесь, у меня есть свой человек в жюри, и он нам обязательно поможет. И кто этот человек? Сейчас все узнаете. Красив, очень мелодичен он. Но тут только два варианта. Либо Валдис, либо Пельш. Мудрец. Гусман! Ну да, как скорее всего, да. Может быть. Замечательный актер. Без рук. Светлаков. Надо одного. Ну тогда Сергей. Он голосит. Пелагея. Сидит он в жюри. Шлепаков. Вот он смотрит.
сюда. Я не победим. Я не победим, когда рядом вы. Я не победим. Ну да, прикольно ты договорилась. Да, только я с Галустяном договаривалась. Ну все же, Александр Панайотов. Ну а ты, Анжелика, в двух словах расскажи, каково это снова вернуться на Первый канал. Ой, ребята, Анжелика Фролова. Ну и в конце. Мы точно уверены, что заберем большой кивин золотом, и неважно, какая команда его выиграет. Ну а для вас выступали борцы. Спасибо. Пожалуйста. Oh my God.